Всем привет, ребята! Продолжаю я показывать вам парки, которые находятся в городе Анкоридж. Так, и вот мы добрались на велосипедах сегодня вот до такого парка. Здесь вот такой спуск интересный. Сейчас спущусь сама. Вот такая вот речушка. Теплая водичка? Для меня, да, мне жарко. Да, сегодня жаркий денечек. Мы кофту взяли на всякий случай, потому что уже вечер. This is called Valley of the Moon Park. Moon? Valley. This the name of the park. Yes. Is Valley of the Moon. Valley of the Moon. Yes, like the spaceship going to the moon. You see, like it looks like a spaceship. Tree? No. This. Is like a Sputnik. Ah, or, right? Yes. Or something like it's children. Ракета. Yes, rocket. Yes. Rocket. Yes. Вот здесь построена детская на детской площадке как ракета. И парк назван. Yes. Yes. Я сильно не, до конца не поняла, но связано с ракетами и со спутниками. I want to smell the roses. Да, тут везде ароматы. И вот Кэрри пошла посмотреть, отрос ли это пахнет так. О, правда. Очень красивый запах. Запах. It's rose. Rose. Smell. Oh, smell. Fragrance. 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 Yes. Fragrance. Rose. Fragrance. Fragrance. Oh, и пчелки тут. Oh, smell this one. Yes. So good. Yes. That one is really good. Вообще здесь много таких ароматов. Деревья цветут очень ароматно. Yes, Russian name. Так, это у нас. Забыла. You have this too. Okay. Сейчас, вспомню. Ой, чай с него делают. А там вода пресная? Ну, лучше не надо, наверное, пить. Лучше попей, я с собой взяла. Не, я просто спрошу. Пресная, ну. This river, yes. Water, salt, all... No, it's no. Fresh. Fresh. Fresh, no salt. No salt. Можно пить. This we river... can drink. No. No, because it may have... germs in it. This river comes from the mountains and comes down and goes out to the ocean. Эта речка, она с гор, течет с гор, стекает с ледника. Ice water, yes? Yeah, it's cold. Yeah, it's cold. Cool. Она холодная, но стекает с ледника и стекает в океан. Возьми у меня там вода во фляжечке. Попей. Do you have water? Oh. I have water. У нас надо объяснять, что там вода. I love
like that. That's the nice. Поход пойдешь? Oh, this you can put your phone in. Yeah. Oh, yes. Nice. А ты, кстати, можешь реально, чтобы не мучиться, просто положить вот эти. А я не мучаюсь. Ну что, в карман нет, а ты будешь видеть свой телефон? Очень-очень красиво здесь. Very nice. Very beautiful. Yes. Мама, как ее открыть и как закрыть? Крутишь, и она откроется. Здесь вот иван-чая много растет. Его собирают и специально приготавливают и пьют. А вот мне Алиса кричит, что мам, поехали скорее. Здесь объявление висит, что волки водятся. Так, ну я поехала. We've done a lot of looking on a website called Rig Zone, and it is got most of the petroleum engineering jobs. He's been a petroleum engineer in Russia for 24 years, and but he's 45. Змея, змея плывет. Кто это? Нет, это не змея. Это какой-то... А, это какой-то... Да, да, тащит. О, это бобрик. Бебр? Значит, вот он, этот огородик, к которому мы ехали. И здесь выращивают все без химикатов, без удобрений. Ну, как удобрения есть такие натуральные, только органическое. Только все органическое разрешается. Никаких химикатов нельзя. Вот этот огород. Здесь участочки, любой может себе взять участочек и выращивать все, что он хочет. Нужно просто... Насколько я поняла, Кэрри по-русски не говорит. Помидоры. Ага. Томаты, помидоры. А, значит, можно получить документ и выращивать. Вот сейчас покажу, что здесь растет. Вы видите, да, клубничка. Клубничка растет. Помидорчики растут. Клубники много. Мелкая, но много. Огурчики будут, вот уже зацвели, капуста. Так, а это похоже на свеклу, точно не знаю, не скажу. Я не самый лучший огородник. Так, это похоже на картошку. Горошка много, я потом покажу, там у входа хорошие. Так, вот салаты разные, даже цветочки народ сажает. Лук, лук. That it might be this one. This I think this is my daughter. А, это ее дочери огородик. Yeah, yeah. Она думает. Здесь то? Морковка. I think so. Морковка. Yes. Морковь. Carrots. 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 Yeah. So they have. I think this is theirs. And this all, I don't know what that was. It went to see. They've got, oh man, they need to come get this food. Nice. Nice food. Mm-hmm. We text her.
This is all her, like this. Yeah. I think. Можно уже собирать урожай. I think. Yeah. Is this your? I'm not sure. Она думает, что это тоже ее, но она не знает. Ага. А, капуста. Вообще, кстати, мы, возможно, гуляем по чужому. О, I see spider. I'm gonna take a picture and ask. Где? Big, right here. Спайдер. Да, Мама, ты что снимаешь? Обычный его? Паучок. Какой обычный? Обычный, да, с длинными ножками. Нормальный, хороший паучок. На меня только паук в детстве напрыгнул. И все. А здесь вот много-много-много гороха. Пис? Горох. Пис. Пис. This is peas. Peas, yes. This is, see? Yes. I like this one. Okay, yeah. It is like this. Oh, that? Oh. I like this. Sure. Oh. Алиса ест еще вот такие прутики от гороха. So inside is just a little, yeah. Green peas. Mm-hmm. Oh, mostly weeds. Да, тут вот неудачно кто-то, ну или не занимался. So this, all of this is chamomile. This is all chamomile. А, ромашка. For tea. Chamomile. Chamomile. Ромашка. A ромашка. Chamomile. Yeah. I like these. You can make tea. This pharmacy. Uh-huh. Yes. Mm. Она полезная, она лечебная. Ромашка. От винограда они кислые, а от гороха они гороховые. This will make you nice and cold. Yes. Right. Не вкус гороха. А там More чеснок peas. Растет. Man, guys... О, здесь даже повесили, чтобы видно было. И вот так зелененьким собирают его. И можно из него прям делают что-то, прям не вынимая, а режут такой зелененький и добавляют во всякие приготовления. Rhubarb. Yes. Ревень, по-моему, да? А, вот она. Вот она, красавица какая. This one looks like nobody got it. Yes. Просто за, ну это заросло просто, не занимались здесь. Вот где занимаются, тут видно, видишь, все ухожено и грядочки есть. Вот так вот. Wow. This is really interesting. Look at this. Это похоже на фасоль. No peas. No. I don't know what it is. Maybe beans. Yes, beans. I think this beans. Yeah. Potatoes. Potatoes. Oh yeah. I have this nice. In Russia. Yeah, nice. This is maybe this is the girl's garden. The girl with the two boys. This is her garden. Yes. Мы когда заходили, отсюда выходили люди. Два парня и девушка, и это их огород. Возможно. Возможно, никто не знает. This is good. This is called lamb's quarter. This is a weed, but it's very good.
здесь. Mm-hmm. А это не лебеда? It's salad. It's salad. Salad? Mm-hmm. Похож на лебеду. Листья, правда, с обоих сторон зеленые. It's called lamb's quarter. It's very healthy. Надеюсь, нас не посадят за то, что мы едим чужой огород. Нет. Так, а это... О, гляди! Глядите, какие большие ягодки. Смородина. Yes, big. Yeah. Nice. Хочу клубнику. В общем, здесь вызревает все. И не просто вызревает, а так как солнца много, значит, половина лета вообще солнце как бы... Ну, солнце заходит, но светло. А сейчас вот уже темнеет, ну, поздно темнеет. Где-то так после 12, после часа становится темновато так. Вот поэтому здесь в основном вырастает все очень большое. Вырастает быстро и очень-очень большое. Ух ты, какая большая клубника. Да-да-да-да, вот я пытаюсь. Вон, биг. Хорошие семена. Сорт хороший. Вау. This looks like my grandma. Yeah. Это все на открытом воздухе. А есть еще теплички, где люди в теплицах. Распустились. Да, лилии. Здесь лилии. What is name? Lily. Lily? Lily. Также лили. My friend in school name Lily. His name Lily. Маленькая тепличка. Greenhouse. Greenhouse, yes. Yes, little. Good. Little greenhouse. Маленький. Маленький, yes. И вот какие, да, я вот эти хотела показать. Yeah. Такие. I think you can pick. И вот так вот выглядит общественный огород. И здесь, значит, вот есть шланги поливные. За воду платить не нужно. За воду вообще здесь не платят на Аляске. Значит, вот общественные вот такие вот инструменты. Тележечка, но это если ключик есть. И вот. Вот так вот они выглядят. Общественный огород. Любой может у себя в доме сделать огород, но если не хотят некоторые красоту свою портить, то вот приезжают, и здесь все сделано для того, чтобы можно было что-то вырастить. Никто ничего не возьмет. Вот туалет есть. Ну, в общем, можно приехать на велосипедах. Вот здесь вот можно поставить. Но мы заехали с велосипедами прямо сюда, поставили их здесь. Вот свекла. Вот какой посадили. Ну тут и морковка, и все такое. А, значит, мак. Тут очень много мака. Ну, не конкретно здесь. Здесь вот есть еще. Но я видела около домов. Очень-очень много мака разного. И здесь нет проблем сажать сколько хочешь. Просто в России, в Волгограде конкретно, запрещалось сажать мак, и вообще это чуть ли не подсудное дело. Я росла, когда маленькая, у нас весь двор был в маках. Мы его обожали, и сухим ели, и собирали, и выпечку добавляли. А потом стали запрещать. И все это так печалило, потому что цветы красивые. Ага, мы перепутали огороды. Оказывается, тот огород, который мы попробовали, был не Кериной дочки, а теперь вот он. Вот это вот ее огород. Ограбили огороды. Ну, мы немножко так это попробовали. Very delicious. Да, здесь тоже салаты. Разные салаты. Oh, that's nice. That's a sweet pea. Разные цветы.
на горошек. This is the flowers only, not... This is called sweet pea. Это не чтобы есть. No food, only flower. Yes. Это для того, чтобы он цвел. И, наверное, пах. О. Mm-hmm. Oh. Ароматный. Oh, yeah. Вот они тут разные. Вон там я вижу розовенькие. Здесь вот есть такие вот. Какие-то они голубые. Tomatoes. These are the seed from the tomato is old, maybe 200 years. This tomato seed. 200 лет. It is not a hybrid. It's not a hybrid. Not genetic modified. А, то есть они уже плодоносили. This is old tomato family. Yes. This is, mm-hmm. We call heirloom. Heirloom. Tomato. Их можно забрать бесплатно, но это не новые томаты, они уже плодоносили, но они могут еще плодоносить. Просто их вот так вот высадили в горшочке и поставили. Если кому-то нужно, то их можно посадить, они дальше будут плодоносить. То есть здесь кто-то освободил просто свой огородик и выставил это бесплатно. Free. Так, ну вот мы сегодня путешествуем и доехали, значит, мы обратно до нашего парка, откуда мы начали путешествие. И вот у нас уже закат. Хотела показать по дороге, но не получилось. Я не получилось на ходу включить камеру одной рукой. Вот, да, вот такие вот розы по всей, как сказать, вдоль всей площадки, как вот вдоль всей дорожки. Вот такие вот. Розочки, от них такой аромат. Значит, туда мы поедем в следующий раз. А здесь дорожка, она бугристая. Вверх-вниз поднимается. Это довольно тяжело. Сегодня мы выбрали путь вот туда, куда поехал парень. Вот мы ездили туда. Это Дайчестер Лагун. И дальше поехали уже мы в даунтаун, в центр города. И вот опять приехали в наш парк. Так, ну все, я на этом прощаюсь. Всем пока-пока. Elena, are you ready?